Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать в The Division. Вы можете посмотреть сейчас картинку и свернуться благополучно. Это новость, что-то вроде подкаста. Новость посвящена двойным ящикам, которые запустили вот это событие на эти выходные. Стартовало оно сегодня и закончится оно в воскресенье, точнее в ночь на понедельник, 26 февраля. Соответственно, наберете 400 тысяч опыта, получите не один ящик, а два. Можно пофармить. Что касается проекта, я уже говорил, что я ему не уделяю внимания, но новостям я уделяю максимальное внимание. Так вот, вчера был State of the Game, которого не было 2,5 недели. И сегодня у нас вот получилось, точнее поздно ночью, что они запустили еще и события. Возможно, это приурочено у нас к 8 марта, это, напомню, вторая годовщина проекта, и, скорее всего, у нас нарисуется патч 1.9, потому что грядет изменение в плане секреток. Соответственно, 1.9 станет актуальным патчем, ну а там, возможно, будет какой-то мини-патч 2.0. На этом могут они поставить точку, могут и не поставить точку, потому что я читал на стриме, правда, Destiny о том, что директоры Ubisoft решили сделать ставку на улучшение проектов, а не на штамповку. Возможно, что-то изменится. Не забывайте, эти 3 дня у вас есть фарма. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на группу, на канал. Всех благ.